Эх, здорово, народ, с вами Неурант. Продолжаем рубиться в American Truck Simulator на карте. Я уже забыл, на какую карту сусим. А, Далтон. Далтон, не могу, господа. Аляска. Точно. В общем, продолжаем рубиться. Копить. Но у нас первый, ну, вообще, единственный грузовик. Поискал я модики. Правда, я и только нашел один более-менее путевой мод и два интересных, но они как-то не подходят, так сказать, на а я думаю, что смысл мы так едем, да вон чё. В общем, взял сейчас груз на буквально 300 баксов. Ну почему бы не взять туда. Так, смотри, прикол, я же не туда поехал. Не туда поехал. Ну, все, поезд. Надо сейчас будет развернуться где-то. Нам же просто надо было выехать и заехать, а я куда-то поперся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну поехали, на весы заедем. На весы на какой, с какой стороны заезжаются? А, ну все правильно полагаю, с этой стороны надо заезжать. А, вот почему. Вот он в чем прикол. Все, я разобрал. Так вот. Один Dodge Ram. Вот. А остальные Ренохи. Точнее. Да, две Ренохи. Вот, и один Форд еще есть, транзитный. Еще Форд как-то более-менее, я еще понимаю, а остальное я не понимаю ни хрена. Мне не надо, что ли? Видимо, не надо. И поехали дальше. Капец, грустно доверили. Ну, это какой-то такой вот посерьезнее, чем у нас был прошлой серии грузовик. Прям посерьезнее гораздо. И прям чувствуется, он куда-то едет. И на какой-то скорости даже едет. Че это тут, мужики? Ой, это не проедет тогда. Тут какое-то ДТП случилось. И я сейчас такой все. Да вполне точно. Всё, аккуратно. Тихонько. Вот это я ювелир, да? Всё, поехали. Так, все, вот сюда запарковываемся. А сюда это куда? А, мне даже нужно выбрать, куда парковаться. Это превосходно. Ну, конечно. А, тут ты видишь, чем прикол, тут облегчает парковку. Ни хера себе облегчает. Смотри, нам куда вставать. Видишь, да? Слушай, я там не так вообще, да? Не, вообще никак. Аккуратно. Вот мы все приключения нашли, да, на жопу. Не, ну я так не поставлю его вообще. Вообще никак не выставлю. Ладно.
Получается, мне сейчас надо ехать сюда. Нет, как раз как я и поехал, да? Нет, что-то пошло не так. Капец. Превосходно, превосходно, замечательно. Я супер гений. 30 хп дали. Ну, почему бы нет? Очень здорово. Так, ну один груз более-менее мы отмотали. Ебать, за 2140 миллилитров. Это сейчас вылетит. Почему стоимость опять такая? Ну смотри. Вот какие-то катушки. Какие тут хуй... Так, это что у нас? 250 миль. Блин, рейсы вообще не выгодны. Смотри, сейчас он мне предлагает эту всю хуйню проехать. Вначале я помню, то что более-менее. Ну как более-менее. Вверх-вниз было, не было. Чего грузик себе представить? 605 сил, 18 передач. Ну 40 тонн он должен, наверное, тянуть. Видишь, 250. 5 тонн. Да, груза вообще нет, чуваки. Да вот поэтому надо свою брать тачку и ебошить. Ебошить, еще раз ебошить. Так, ну что, старту... Да ладно. Блин, опять хуета. А сопровождение будет у нас? Так, как он работает, получается? Задняя часть, я не понимаю, как она работает. Блин, есть-то. Я понимаю, груз, да? Я не знаю, как мы поедем, но мы как-то поедем, короче. Так, вроде посередине вмещаюсь, да, я? Вообще, думаю, блин, все, помчали. Так, первое препятствие. Повернуть нам надо как-то. Сейчас мы сообразим, как поворачивать на нем. А, да, даже так получается. Ну, грубо говоря, короче, вот есть вот сзади вот маленькая тележка. Вот надо ориентироваться по ней, пока она едет. Вот, считай, оттуда начинается. В принципе, ничего сложного. Все, я разобрался. А сколько нам? 140. Ну да, 140 миль ехать. И то есть мы с, ну, грубо говоря, длинный. Самый длинный рейс берем, из которых мы брали. 5 косарей, думаю, заплатит за такую тушу. Я думаю, нормально, почему бы и нет. Видишь, он нормально проходит там. Кстати, мы без сопровождения не поедем. Это круто. Это очень хорошо. Мешаться никто не будет. Так, тормозить пора, да? Стоим. Эх! Ну что, поедем? Или не поедем? Языки катают. Блин, такое ощущение, как будто неблагодарное. Это работа здесь. Сколько платят, вообще капец. Ну, по ощущению. Так, я не знаю, народ. Так. Маленькая, зачем она служит? Что, чисто утяжелитель или что? Или это наоборот его уравновешивает? Или специально, чтобы развесовка правильно была? Скорее всего, развесовка правильно была.
Вот только синька будет не нагружена. Но он нет, на данном прицепе не нагружена. У меня просто еще так сцепное устройство устроено. И она хочет, не хочет быть нагружена. А, ёб твою мать-то, спасибо, что предупредили. Что-то я как-то не обдумал, повернул. Ну мы уже везли с вами большой такой прицеп, точнее большую сцепку, как бы ничего, справились. А здесь фура умная, я гляжу, как вся электронная. Должны дотащить, я думаю. Так что едем, чё, тихонечку. Не спихуем. 25 градусов, 4. Ну, почти 5 часов. Не знаю, утра, вечера. Кстати, хотелось бы это тоже уточнить. Момент. Едем по правой полосе. Кстати, он этот выступает, да? Да, выступает. Не сильно, но выступает. Мы хотим по 20 с каждой стороны. Везем мы, господа, 5 тонн. Ой, 50 тонн. 50 же, да? А, 40. 8 часов нам доставочку дается. Нам ехать 3, ну, 3,5 часа. По общей сложности. Я думаю, ну, это как бы мы справимся с этой задачей. Я так полагаю, прицеп нам не даст поспешить. Ну что, поехали, господа. О, расстояние прям нормально держит. О! Ебать, вас там сколько! Да. О, Кана... А, казалось, Канада написано. Это что, гонки? Это что, гонки? Ща! Пошла нитро! Здорово, мужики. Бля, 18 передач. Чуть больше, чем у вас колес. А-а-а. Нет, ровно столько же. Давай. А, я только сейчас разглядел, где оборот показывает. Неудобно. Непривычно. Мне не нравится фура. Можно я другую возьму? Я только раскочеварился. Да, рейс будет веселым. Надо здесь встретить, стартовать, пробовать. Ведь все уже ушли в закат. Ай-яй-яй, чё? Еле-еле плетусь. Эх! Ну груз прям здоровый прям. Ну поехали, поехали, господа. О! А, нет. Теперь я вот разобрался, как переключаться и так далее. Вы серьезно меня обгоняете? Я начинаю переживать то, что мы очень-очень-очень-очень тяжело будем ехать. Блин, я еще габариты не чувствую. Ни прицепа, ни... ни машина вообще. Подрезало прям лютое было сейчас. Блин, ну видишь, от меня уходит. Соответственно, мы едем вообще как амёбы. Да, капец. Прям капец. Чё и мы долго будем ехать. Благо, дорога нам уже плюс-минус знакомая. Не шибко она тяжелая будет дорога. Да, все хорошо, надеюсь, будем.
только 40 миль. Только 40 миль. Эх, жеваный крот, ты просто представляешь? Это капец. Ну и взялся я за рейс. Самый удачный был, это самый первый рейс, по-моему. И все, и капец. Да. По-моему, маки стоят, да? По-моему, маки, да. Эх! Другой раз, ребят. Другой раз. Мы едем на север. Снова с самого юга на самый север. По самой известной. Ну, не самой известной дороге. Нет, но самой известной. Летим потихонечку, летим. Эх, никого не трогаем. Нельзя прибавить это тахометр, чтобы получше видней было. О, здорово. Мы будем плестись, как не знаем что. Ну это. Теребятся. Прикольно. Наверное. Это вот максимум, что мы можем сейчас разогнать. Как бы переключаться, я не вижу смысла. Если только вот сейчас он. Скорость вообще не набирает. Это самый тяжелый груз, который мы возили. И самый далекий груз, куда мы везли. Страшно. Да, по-другому не сказать. Очень страшно. Как сейчас мне ехать? Сколько мне ехать придется? Как бы отменять груз не пришлось. Это будет очень печально, да, отметка. Тогда меня точно уволят. Забыл переключиться. Ну, вообще обидно. Вообще, глянь, что он тянет. Ненормально тянет. А мы что, хуже, что ли? Не пойму. Ну, тут, может, там 20 у него есть. А у нас 20 тонн-то нет. Так, я начинаю переживать, потому что я разгоняюсь, спереди никто не разгоняется. Так, выезд, пожалуйста, включу. О, газуй. Парень, газуй. Он не газует вообще ни хрена. Давай, сладкая моя. Газуй. Газуй. Давай, 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 давай. Обалдеть сколько. Мы просто одни едем. Если он такие горки еле поднимает, это капец. Слушай, а там же будут подъемы. Такие извилистые, но они не сильные. Я помню точно, они не сильные были. Так, наверное, вправо перестроиться, пока никого нету. И на 11-й передаче тащиться, как улитка. Самое то.
Но это видишь, этот подъем какой-то относительно лайтовый. Ёбнешься. Вот это груз. Мы будем ехать очень долго. Но будет очень весело. 142 мили. Ну, то есть 5 миль проехали с вами сейчас. За, знаешь, сколько? За 15 минут. Ты представляешь себе этот прикол? Охренеть. Как-то мы по 20 проезжали. А, нет, нет, ну, не, ну, мы 20 проезжали-то за полчаса. Ну, короче, это долго. Все равно получается. Но мне что нравится, он тянет. И он тянет, видишь, в горы тянет. Это 12 передач, это, конечно, 25 миль, да, но он их тянет. И прям уверенно тянет. Давай, сладкий. Газуй. Покажи, на что способен. Видишь, прям с горочки, прям чуть и пошел, пошел. Пошел, 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 пошел. Восемьдесят. Ой, какой ты гнида, просто мужик. Ты видишь эту цифру? 90 миль. У меня глаза сейчас по 17 рублей чуть не стали. А, вон он чё. Ну, блядь, пиздец. А, ни хрена. Парктроники. Парктроники. Какой-то умолок, как лайнер мы взяли. Прям чуть запищал, прикольно, мне ж понравилось. Надо тоже все машины патроники поставить. Блин, ну 90 миль сейчас раскочегарил, прям нормально. Прям шустро раскочегарил. Да чё, его просто прицеп толкал, а он чё, я поеду, чё. Так и происходит. Главное, что не по сторонам. Здорово. Сейчас немножко я успокоился, я не так сильно расстроен грузом. Опять с лихуем заплатят. Нормально так опыта дадут. Там сколько нам? Полдесят у нас, да? Пол одиннадцатого у нас. Уровня. По чуть-чуть дорогостоящие грузы будут. Нет, мы каждый ячейку будем улучшать. Опасные грузы мы улучшили прям по максимуму. Так, господа, вы это. Быстрее принимайте решение, куда вы что и поедете. Езжай давай. Когда какой-то закат поехали. Все, а мы едем так спокойненько. Никого не трогаем. Летим. Летим. Ну, что, тачка тут возит. Пикапчики. Наверное, обслужены, поехали. Короче, у нас самое главное еще это на самый-самый верх карты доехать, посмотреть, каково там наверху. Если там будет здорово, будет там значит здорово. Блин, вот только я раскочегариться начинаю, и вот какая-нибудь дрочь начинает происходить. Так, значит, хочу понять. Ну-ка.
хочу понять тебя. Кто пикал-то? Давай. Без проблем пройду, без проблем. Мне не сложно. Не шишикай на меня. А где он? А, он дальше где-то будет. Я уже, да, вижу его. Ну, пройдем без проблем. Почему мы нет? Да. Эх. Ты клячь старенькая. Тетех-телех. Тетех-телех. Нормально так идет. Так. Смотрим, что у нас там происходит сзаду. Но тут по-другому никак. Пока ребят нету. Все, вышел, да? Здорово, начальник. Все, заехал. Сейчас остановимся, не переживай. Все, видишь, подъезжаем. Все тон. Копья всего лишь кикит. Видал, он с места на шестой трогает. 60 тонн. 60 тонн. Карл, ну это что-то нечто. Нет никаких проблем с воздухом. Нет, пусть проедет. Так, ну что, народ, тогда будем заканчивать. Вы на канал подписывайтесь, кушайте тортик. Ну, мы будем дальше копить на наш хорошенький грузовик. Давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Все, покедова.